Два года назад Антонина Лантухова даже не подозревала, что может стать волонтером. Сейчас ученица 11 класса регулярно помогает тем, кто в этом нуждается. Людям всегда нужна помощь. То это помощь что-то донести, принести, купить, помочь. То это помощь просто поговорить, дать совет. То есть людям помощь нужна всегда, поэтому волонтерство сейчас очень актуально. Вместе с единомышленниками, молодогвардейцами, Тоня навещает пожилых людей, участвует в крупных окружных мероприятиях и проектах. Свой первый опыт участия в волонтерском движении вспоминает с радостью. Первое мое волонтерство было в храме в Усово. Там был крестный ход, и мы там помогали ориентироваться людям, помогали им подавать еду. Вот. И я тогда поняла, что это все, это мое, мне это очень нравится. В Одинцовском округе возобновил работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи населению в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Связаться с ним можно в будни с 9 до 18 часов. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».